связи с предстоящими майскими праздниками и репетицией парада ко Дню Победы мэрия города Кызыла информирует граждан о временном снятии движения транспортных средств. Так, 1 мая с 8 утра до 4 часов дня будет перекрыта улица Ленина, начиная от улицы Каахема до Гагарина. 3 мая с 8 утра до 12 часов дня улица Ленина будет перекрыта от улицы Каахем до Интернациональной. 6 мая перекрытие будет с 8 утра до 2 часов на улице Ленина, а именно от пересечения с улицы Тувинских добровольцев до пересечения Гагарина. На улице Тувинских добровольцев от пересечения с улицей Кочетова до пересечения с улицей Комсомольская. Ну а 9 мая перекрытие улиц будет с 7 утра до 6 часов вечера. На улице Ленина от пересечения с улицей Каахем до пересечения с улицей Гагарина, на улице Тувинских добровольцев от пересечения с улицей Кочетова до пересечения с улицей Щетинкина-Кравченко, на улице Титова от пересечения с улицей Кочетова до пересечения с улицей Щетинкина-Кравченко, на улице Комсомольская от пересечения с улицей Щетинкина-Кравченко до пересечения улицы Ленина.